нормально будет вам? Как вам вообще? Я думаю, это будет прям классно. Да, отлично получилось. Да. Да. Всем привет, чуваки, это Топ Дота и сайт dota2house.com. Сегодня пооткрываем кейсы, посмотрим, что тут происходит, попробуем что-нибудь вывести, ну и надеюсь, что разыграем. Это я не обещаю, но надеюсь. Так, тут какие-то VIP-кейсы, 100% окупаемость. Я не знаю, как это возможно, но да, написано, что 317 рублей. Так, на второй кейс мне на такой же не хватает, поэтому давайте купим подешевле. Как это сделать, только я хз. Во, вот так. Так, VIP-кейс купить, 140 рублей. 150, нормально, нормально. Так, и еще какой-нибудь бичевый мне хватает на бичевый? И бичевый еще давайте. Не, на бичевый не хватает, а супер бичевый. Давайте супер бичевый. О, хорош. Попробовать еще раз. Еще. О, хорош. Все. Вещей мы накупили. Сейчас еще покажу вам такую штуку, как фри режим. Вот сюда заходим, нажимаем получить 300 бонусов, а мне говорят, что у меня их больше 300. Ну, конечно, мы как бы крутые, поэтому пока что нам фри режим недоступен. Пока нельзя, пока надо что-нибудь слить. Погнали на текис или на спинкин, не знаю. Давайте на спинкин покрутим. Там очень круто, и думаю, что-нибудь мы там поднимем. Так, давайте сразу X30 режим и какую-нибудь побольше ставочку, чтобы было поинтереснее. На 40 рублей закрутим. Не знаю, побольше это или нет, но мне кажется, что это достаточно до хрена. Так, рубли на поставленную сумму. Хорошо, хорошо. У нас уже есть плюс 40 рублей на изичах. Это нормально. Крутим дальше те же самые вещи. 40 рублей уже забрали. Так, тут 20 аркан, кстати. 20 аркан выпало, ё-моё. Блин, ничего, но нам не аркана упала. Ладно, хорошо, хорошо, хорошо. Ничего страшного, не будем расстраиваться, будем крутить дальше. Минимальная ставка 30 рублей, ладно, окей. Добавим вот эту отличную насмешку на лишрака. Так, одна случайная вещь. Ну, неплохо, неплохо. Давай, 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 что-нибудь хорошее, падай. Падай, собака. 2.30, ну, не очень хорошая вещь, я бы сказал. Но главное, что случайное, и главное, что у нас не сгорела ставка. Это вообще классно. Так, ставка X2, ставка X3. Ну, давай, X3 лучше, чем X2. Нет. Ну, кстати, X2 это тоже хорошо. Мы опять удвоились, это классно. Так. Слоты, кстати, достаточно прикольно нарисованы. Мне нравится. Так, нам падает рапирка, 5 случайных вещей. Наверное, какие-то бичевые вещи. Ну да, достаточно бичевые вещи, но зато ставка не сгорает и вещей целых 5. Это классно. Так, мне интересно, что-нибудь прям жесткое сегодня выпадет. Вот что-то прям такое, о май гад, что это было? Там, не знаю, аркана в спинкинге такое бывает. Вообще нет, я не в курсе. Крутим дальше. Так, поставленная сумма x2. Поставленная сумма x2 это хорошо. Это прекрасно. 43 рубля, я не против. Давайте еще. Блин, мы на этих 43 рубасах уже подняли, я не знаю сколько. А, вот и все. Вот и заканчиваем. Заканчиваем поднятие, конечно. Ну ладно, окей. Сейчас тогда давайте наоборот подешевле шмоточек наберем. Всяких ненужных. Вот по 80 копеек, я думаю, никому не жалко будет с ними расстаться. Мне в том числе. Так, сколько набрали уже? На 20 рублей. Окей, еще набираем. Блин, это ж много клацать придется. Так. 26-40. Господи, сколько у меня их. Мне кажется, я сейчас за первый спинг сразу солью это все. И будет очень обидно. Так, 32 рубля. Обидно, потому что класса долго, не потому что вещи классные. Не подумайте. Нет, ну не ничего, чуваки, пожалуйста. Пожалуйста, бонусы на поставленную сумму. Нет, я реально слил с первого раза. Блин, конечно, я ванга, но хотелось бы ванговать немного не в таких случаях. Вот чуть-чуть. Чуть-чуть не в таких. Так, ну не третий раз подряд, правда? Правда, да? Не, третий раз подряд, окей. Ладно, хорошо. Хорошо, ну, с кем не бывает. Три раза подряд ничего, слили только что 100 рублей. Ну это бывает со всеми, окей. Ладно, я не расстраиваюсь. Получаю одну случайную вещь и иду дальше. Выношу это с мужеством. Блять, ну 100 рублей, это, конечно, обидно. Ну, ё-моё, ну вы чё? Ну какое ничего? Ну, а... Мда. Чё-то не весело нифига. Давайте, что ли, побольше поставим. А то как-то реально ни хрена не весело. Давайте 100 рублей. На 100 рублей крутим просто, раскручиваем. Как можем. Ваша ставка X2, ой, как... А,
Ой, аж на душе хорошо стало. Все, вернули мы проигранную соточку нашу, которой мне так не хватало. Теперь мое настроение сразу улучшилось. Блин, отменить все, а то что-то я на сотку больше не хочу играть. Ну хорошо только что было, да? Ну как бы, я прям заценил. Вот если бы я сейчас так all-in сделал на 2 с чем-то тысячи, и потом бы вышел. Вот мне вот такая игра бы меня устроила. Два косаря поднял, и все, и хватит. Так, 45 рублей. Крутим, колдуем. Так, рубли на поставленную сумму, хорошо, нормально. 2200 у нас уже бабок. Кстати, вот шмотки, они уходят, приходят, а бабки они-то прибавляют. А, блядь, ну какой ничего, ну иди отсюда, дизлайк. Уходи. Эх, не уходит, пес. Ладно. Нас так просто не сломить. Мы все равно что-нибудь выбьем на розыгрыш, я уверен в этом. 32 рубля, погнали. Можно звук включить. Можно, но не нужно, я думаю. Поставленная сумма XD, хорошо. Жаль, что так мало поставил. О, даже звуки какие-то есть, ну вообще прекрасно. Давайте 10 тысяч бонусов поставим, почему бы нет. 10 тысяч бонусов, это сколько вообще в рублях? Это соточка, по-моему, да? Я соточку только что поставил, я жесткий. Блин, ну давай 25 вещей, шейкер, ну давай, ну, какой милый, не. Кстати, шмотка за 3.40 пришла, не такая уж и бичевая. Бичевая та еще, но не настолько, чтобы 80 копеек. Одна вещь на поставленную сумму, хорошо, за сотку, вещь за сотку, чуваки. Нет, за 34 рубля. Чё-то не понял. Ну ладно, окей. 10 тысяч бонусов, то видать 34 рубля сейчас, по нынешнему курсу бонусов. И долларов, не знаю. Блять, ну-ка, дизлайк, уйди отсюда. Что ты меня преследуешь, пес? Я у нас в деньги ссылку на предмет вставил. Это нормально? Опять ничего, да уходи. Палец. Ты чё сюда повернут? Почему здесь лайка нет? Почему нет лайка? Почему только вниз палец? Я как ютубер негодую. Это оскорбление чувств православных моих. Католицистических. Так, 40 рублей. Ставим, поехали. Ну, крутись. Крутись, собака, ты еще не крутишься. Я ж нажал, алло, крутись. Ну, пожалуйста. Так, ну что, возвращаемся мы на Dota 2 Хаус. Все наконец-то заработало, не знаю, что это было, но, в принципе, довольно быстро прошло. Так, Текис. Никогда не любил играть Текис, потому что мне всегда хочется дойти до конца, а дойти до конца очень сложно. Да? Лол, дошел. Да, в 6 раз мы умножили ставку, ну нормально только что было, слушайте. Давайте еще поиграем, прям так годненько зашло. Так, да, не очень годненько получилось только что. Ладно, окей. Сейчас чуть на текисе, если вести не будет, то сразу свалим, я думаю, куда-нибудь на спинке, обратно, ну. Хорош, чуваки, хорош. У нас что-то уже прям заходит, прям мне нравится, прям идет. Давайте побольше ставку сделаем. Может быть, сегодня мой счастливый день в текисе, я вообще без понятия. Бам. О, господи. Что происходит? А-а-а! Проклацали очередной раз, и сколько у нас уже? У нас уже 1000. 1000 рублей шмотом, 2 косаря лежит просто так. Так, окей, 65 рублей. Сейчас еще раз Нет. Нет, не надо было наглеть. Ладно, сейчас вот последний раз пытаемся, вот даже поменьше поставлю, чтоб, может быть, ну, не знаю, чтоб не казалось, что я вообще охерел. Не, все равно не получается. Ладно, вот этот последний раз пытаемся дойти до конца и потом свалим на спинкин. Давай, собака. Последний. Ой, хорошо, сколько у нас тут? 1054. В принципе, мы камбэкнули наши проигрыши, которые только что были. Окей. Давайте еще немножко поставим. Вот столечко. 78 рубасов. Черт. Вот тут надо было аккуратно. Я хотел чуть-чуть пройти, чисто до двоечки дойти и свалить. Я таким не часто занимаюсь, но вот в этот раз прям вот хотелось максимально лайтовенько сыграть. Нет. Короче, валим обратно на спинкин. На спинкине у меня получается крутить лучше. Я профессиональный спинкинер.
Кстати, надо посмотреть будет, что здесь в магазине сегодня. Мне кажется, если там будет что-то классное, то можно даже что-то забрать. Потому что 2000 я до сих пор не потратил, и вещи у меня только прибавляются. Потому что сегодня я какой-то вообще жесткий. Рубли на остальную сумму, вообще хорошо. Так, давайте еще дальше, дальше. Приумножать капиталы наши. Инвестиционный фонд топ-доты. Вкладываем деньги в Dota 2 хаус. Так. Получаем 5 вещей. Нормально, нормально. Главное, чтобы ничего не прокало, и вообще будет все хорошо. Все остальные слоты мне по душе. Спасибо, чуваки. Чуваки знают, что я люблю. Парам-пам-пам-пам. Так, ну... Так, что это я нажал? Не знаю. Надо, может, поменьше ставки делать. Чтоб лайтовенько было. Да, и поэтому я выбрал уже на сколько там? На 70 рублей почти. Нормально. Будем считать, что это поменьше. Нет, ну чуваки, ну чего? Вы чего? А ничего, да. И ничего нам прилетает. Кайф. Ладно, окей. Давайте тогда минималочку. 32 рубля, это практически минимум. Тут от 30 ставки на этом режиме. О, и сразу поставленная сумма x2. Главное не борзеть, я так понял. В этом моде главное не борзеть. Вот уже 200 у нас, нормально. Так... Одна случайная вещь, но это ж полная лабуда сейчас какая-нибудь пойдет. Выбрать все. 854. 860. За 6 рублей что-то прилетело. Этими несложными манипуляциями мы поняли. Наш выигрыш. Сумму нашего выигрыша. Так, 41 рубль, погнали. Вот хочется залить все и сразу, вот побольше, чтобы так прям крутанул. Вот это вот мне нравится. Поэтому, наверное, сейчас так и сделаем. Сейчас что-нибудь жёстенькое поставим. Чтоб сразу улететь в плюс миллиард тысяч копеек. Так. Сколько там уже я навыделял? 80... Ой. Господи упаси. Что творится? Так. Еще выделяем. Я не останавливаюсь. Это нормально. 120 рублей. Окей. Сколько? 176. Изи. Погнали. Мне кажется, сейчас изи ничего лута. Ну, хотя не, вроде пролетело. Вещи на поставленную сумму. Хорош. 176 рублей, как с куста. Так, ну, чуваки, учитесь. Вкладывайтесь в мой фонд топ-доты. Я приумножу ваши капиталы, ставлю на спинкине. Нормально, только что было. Мне прям понравилось. 176 рублей заехали в копилочку. На удвоениях тут можно, я так понял, ловить приколюхи. Давайте еще 100 рублей поставим. 116, если быть точным. Не, мне кажется, сейчас уже так жестко не прокнет. Лол! Прокнуло! Хорошо, мне нравится. Так, сколько у нас всего? Выбрать все? Или это сюда мне? А, это сюда мне прилетело. Все, я понял. Я просто с деревни, я не всегда понимаю, что происходит с первого раза. 67 рублей. Мы на понижение идем. Вот сейчас ничего условим, потом опять будем повышать. Хотя мне 3 раза уже прилетало подряд. Я после такого уже ни во что не верю. Ни в Бога там, ни в Иисуса Христа. Вещи на поставленную сумму. Нормально. Может, туда поднять стоит, раз уж нам везет. Он деваурлинга отдать в рабство. Будет разносить там что-нибудь. Опять! Хорош! Блин, чуваки, я просто лютый чел, как мне кажется. Думаю, это достаточно точное описание моей фигуры на сегодняшний момент. Жесткий чел. Нет. Ну чё вы, ну свэк, еее. Не, не свэк. Так, ну вот мы и лососнули. Всему когда-то приходит конец, и вот как бы конец пришел ко мне в гости. Такой, здрасте. У меня тут ничего для вас. Дизлайк принес. Ну, дизлайк так дизлайк. Вещи на поставленную сумму. Это хорошо. Это я люблю. Так, вещи на поставленную сумму. Их уже опять на косарь. Блин, чуваки, давайте сейчас чуть-чуть покрутим и реально в магазин заглянем. Потому что, мне кажется, здесь что-то годное можно... Так, недовыбирали. Здесь что-то годное можно, я думаю, вывести. Не знаю насчет аркан, конечно. Но магазин вещей, он меня прям уже манит. 100 вещей! Нет, вещи на поставленную сумму. Ну, слушайте, блин. Это кайф. Так. 2600 мне хватает? У меня хватает на органу джугернута. И на вот эту. Но это дерьмо. Покупаем вот джугернута.
Мне, конечно, фантомку нравится больше, на самом деле, но вот это очень хайповая вещь сейчас, и я думаю, что она вам всем очень понравится. Так, идет формирование запроса на обмен, чудесно. Подтвердить через браузер, давайте забирать уже наши великие вещи. И дают нам тут что? Неизвестный предмет undefined. Отлично. Ну, собственно, я с радостью его получу, если еще узнаю, что это. Да, это аркана, все, отлично. Принять обмен. Так, 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 ну давай, собака. Да, хорош. Получили мы обмен, аркана у нас в кармане, чуваки, будет розыгрыш, значит, чудесный. Обязательно оставляйте какой-нибудь коммент, желательно с ВК-ссылкой или ВК-ID, и через недельку на моей ВК-странице будут итоги розыгрыша. Конечно, только в том случае, если мы наберем 1353 Лукаса. И давайте, чтобы красиво завершить этот ролик, я что-нибудь еще жёстенькое вытворю напоследок, перед уходом. Давайте что-нибудь такое, типа вот, вот такое. Нормально будет вам? Как вам вообще? Я думаю, это будет прям классно. Да, да, отлично получилось. Да. Да. Ну вот, в общем, ушел я в плюс такой, да, думаю, все классно. И давайте-ка косарь поставлю. Ну, в общем, чуваки, не делайте так. И тогда вы, думаю, точно будете в плюсе. Все, всем спасибо, всем пока и до скорых встреч.